спал. Здорово, Кинодел, с вами Саботовский. Мы сегодня с вами разберем 4 штуки, топ-4 штук, которые вы можете купить в магазине Photo Range, благодаря которым вы моментально поднимете качество и уровень своей съемки и будете выглядеть на смене на 1 000 000 рублей. Погнали! Итак, у нас съемочное оборудование, наше главное, это X-T3 в полном как бы обвесе для того, чтобы она выглядела и снимала максимально кинематографично. Первое, что здесь вы можете увидеть, это сендер, который Коле можно приобрести. Этот – это Cosmo 500. Он питается от соньковских аккумуляторов и берет на очень хорошую дистанцию. То есть буквально банально там оперпост может находиться в том краю офиса, а у меня будет картинка на внешнем мониторе. Вот, соответственно, эти они там где-то, по-моему, под 50 стоят, а у Коли сейчас появились подешевле, которые можно за 30 приобрести, если я что-то не путаю. Вот, это первая вещь, которая вам поможет, как я уже говорил, разгрузить ваше внимание и... Допустим, чтобы вы наконец смогли за режиссерским монитором сидеть. Стоим, ждем. Супер, прекрасно. Еще разок, все молодцы большие. Оп, вставка, чувачки. Очень важная информация. Внимательно, да, ушки раскрыли, слушайте сюда. Наш гайд скачало уже 4100 человек. Когда я увидел эту цифру, у меня так, мать твою, что вообще такое? То есть 4100 человек уже смогли получить полезную инфу, причем абсолютно бесплатно, и поднять свое качество по видеосъемке. И мне это дико приятно. Мне приятно от того, что те продукты, те вещи, которые мы делаем, там выкладываем в интернет и делаем для вас, вы так тепло и радостно принимаете. Это прям пушка-бомба. И оттуда же вести с фронтов. Вы прошли опросник, и мы изучили его, и опросник, причем, прошло порядка 700 человек. И самый главный, самый востребовательный там вопрос, это был, а как же на то оборудование, которое у тебя уже сейчас есть, получать максимально крутую картинку? Так вот, приоткрою еще раз вам небольшую завесу тайны. Наш курс, который готовится, он как раз в основе своем именно об этом. Как снимать офигительные вещи, располагая только тем, что у вас есть под рукой. Поэтому, комрады, мы с вами движемся в одном направлении. И пока вы ждете основной курс, чтобы вы не мяли булки, мы решили выпустить для вас мини-продукт. Это мини-курс по видеосъемке, пройдя который, а там будет куча практики и 3 урока теории, пройдя который вы уже прямо сейчас, пока ожидаете основную штуку, можете делать, создавать и получать офигительное качество картинки, если будете применять те советы, которые я там даю. И вся эта затея будет стоить 990 рублей. То есть, по сути, 3 стакана кофе за супер полезную практическую информацию, там, с лайфхаками, с тем, как делать из говна и палок всякие штуки, в общем, все, как вы любите. И, внимание, покупая вот этот вот мини-курс, вы сразу же попадаете на предзапись на основной. А это будет очень важно, потому что на основной будут места ограничены. И самое любимое напоследок, открывайте календарики и записывайте, потому что дата следующего анонса, когда мы уже перевернем этот айсберг, дадим вам на него посмотреть, дадим вам конкретику и описание, и информацию о том, о чем будет этот курс, как он будет проходить там и так далее, и что в него будет входить. Все вот это будет, внимание, 18 июня во вторник. Поэтому записали, запомнили и побежали покупать вот этот мини-курс, потому что там топ-контент. Мы старались, мы готовили, все это делали специально для вас. И следите внимательно за всеми нашими соцсетями, потому что мы настолько непредсказуемы, что никогда не знаешь, что мы можем выкинуть. Но после того, как вы приобрели себе сендер, вам надо монитор, куда это все будет транслироваться. В данном случае я, поскольку люблю по площадке бегать и быть непосредственно в зоне боевых действий, находиться рядом с оператором, то я использую вот такой вот переносной накамерный монитор, который у меня упакован в клетку Holy Land, опять же, который можно приобрести у Photo Range. А монитор 7 дюймов, Lilput. Моник хороший, но средний на самом деле. То есть там можно взять моники и получше, которые будут картинку гораздо более четче транслировать. Тут как бы есть полный фарш. И гистограмма, и пикинг, и зумировать можно для того, чтобы фокус навести. Но тем не менее, по каким-то причинам он пока мне выдает картинку в 720p, а не в Full HD даже хотя бы. Поэтому я бы пригляделся каким-нибудь другим решением. Но тем не менее, тоже вещь хорошая, нормально работать можно. Причем к этой клетке, мало того, что вы ее можете скомбинировать как вам угодно и сделать, мне вот так вот удобно работать. Кстати, смотрите, что еще есть. Но мы с вами об этой штуке сейчас поговорим. Мне вот так вот удобно на площадке работать. То есть я работаю режфокусом сегодня. И у этой клетки есть вот такая штука.
Здесь есть площадка под V-mount с двумя детапами. То есть вы можете и монитор запитывать, и сендер, который вот здесь вот, вот у нас, с примотанным туда пауэрбанком. Всю вот эту вещь вы можете, соответственно, это все идет в комплексе. Надо будет только аккумулятор докупить, и все. Пам-пам-пам, понапихали, и у вас полностью независимая система. На одном аккумуляторе можно целую смену вывозить. Если, соответственно, ну там, включать-выключать его, и перерывах между съемками. Но самое интересное, это вот эта вот штука. Потому что вот от этого я просто обалдел. И это, то есть, смотрите, первая вещь, которая вам нужна, сендер. Вторая, монитор. Третья, клетка, куда вы этот монитор засунете. И четвертая, это дистанционный фокус. Почему это пушка-бомба? Объясню. Итак, радиофокус называется Nucleus M. Он невероятно маленький, то есть вот это вот весь ваш блок управления. А там непосредственно на камере установлен сам моторчик. Моторчик тоже невероятно маленький, но супер мощный. То есть даже от ксаомевского пауэрбанка, который, кстати, розового гейского цвета, он питается и не дает мне рукой самому прокрутить объектив. То есть такой. Он его блочит. Держит. Соответственно, вы можете питать его от там специальные такие аккумуляторы пальчиковые, но тем не менее это аккумуляторы, которые идут в комплекте, они на 3,7 вольт, то есть обычно батарейки сюда не подойдут. Либо от пауэрбанка. Мне удобнее от пауэрбанка, чтобы с батарейками не париться. Плюс я как бы с этим сетапом все время хожу, вот и готов. И как бы full focus работает приблизительно на таких же расстояниях, как и сендер. То есть где-то на там 10-15 метров спокойно. Я могу сидеть у себя там в коморке, я не знаю, шабить, дрочить по углам, шататься, а в это время наводить фокус своему оперпосту. Вот. И вот, собственно, как это происходит. Крутим, и там крутится. Правда, он этот писк такой издает противный, высокочастотный, но тем не менее, как бы, что делать? Либо это потому, что ему тяжело прокручивать фуджиноны, МК-шные, потому что он сам по себе так работает. И как результат звук с площадки снимать вместе с ним навряд ли получится. Потому что это все будет звенеть. Но отрабатывает он как бы очень хорошо. Но я все-таки рассчитываю на то, что сейчас... Мне кажется, что если его... Оп. А, не, он сам по себе такой. Да. Ну, вот эта вот штука высокочастотно шумит, поэтому задумайтесь над этим. Если вам это важно, тогда не переводите фокус в момент того, как будете писать звук. Но вот эта вещь, она невероятно дешево стоит для того функционала, который она позволяет закрывать. И это зашибись. Причем питается от пауэрбанка обычно. Вот, хоп, нацепили, все, да, дело. Короче, еще одна штука офигительная, которая появилась у Коли. Это вот такие вот гибкие светильники Sunwell, которые в сборке выглядят вот так вот с рассеивателем и непосредственно такими гибкими шторками. Сзади все это на распорке вот так вот вставляется, а здесь грипуется за счет штуки, которая входит в комплект. И управляется вот с такого блока питания, который, опять же, можно воткнуть в V-mount таком. Потом мы просто берем... Иди сюда. Включаем эту штуку. А, вот она светит. Вот. И можем контролировать как яркость отсюда, так и температуру. Также вы еще можете контролировать это за счет вот этих пипок, потому что тут все сенсорное. Чудеса, да и только, невероятно. Сейчас я вам еще покажу, как он выглядит. Вот так вот это выглядит в сложном состоянии. Вот, сравните. Пушка-бомба. Берете вот так, хоп. Хоба. Все, готово. Хочешь хоть вот так вот сделать. Хочешь хоть к потолку на тейп повесить. Все, что твоей душе угодно. Вы получаете вот такой супер бомбический крутецкий сетап, который, во-первых, позволит вам отойти от камеры, начать режиссировать. То есть мой оперпост берет вот так вот спокойно там где-то снимает, а я просто такой стою, применяю все к ракурсу и понимаю, хорошо мы снимаем или не очень хорошо. Вот. И это позволяет вам разгрузить вашу думалку, внимание и сакцентироваться уже на тем, что у вас происходит в кадре, а не как вам камерой там надо возюкать. Соответственно,
Вот эти все вещи вы можете приобрести на магазине photorange.ru. Коля клевый, подскажет, поможет совсем, если что-то надо. Так что обращайтесь, не стесняйтесь. Будет подлетать. Пульт выключи! Вот поэтому подписываемся на канал, ставим лайки, следим за новостями. А я побежал дальше снимать.